мы дождались пса. Пес Фонтейн. Да. Буду крутить. Не знаю, это вызов, наверное. Я не знаю, что будет. Тортом. Пусть идет, я не знаю, бить ему лицо. Там кто кому еще вопрос. Ну, пока все бьют торта. Да бедный торт. Уже жалко. Каждую неделю. Вообще пипец. А, чай готов. Ризли у нас любит чай. Я еще не проходила его задание легенд. Но забеги прошла. Там всякую фигню поделала. Крио штучка. Пахнет паленым. Отлично. Та-дань. Йо-ху. Я очень надеюсь, что мне хватит. Потому что пометуя Дзинлю, конечно, все было плохо. Что у нас тут на билет? Ну, просто вот только что. Сюда я пока даже смотреть не буду. У нас программа минимум выбить хотя бы пса. По фиолеткам чего я не помню. Тома у меня точно C6, остальные не знаю. Ну, увидим. Ну что, поехали? Угу. Угу. Та-дань. Отчет прям с нуля, что называется. Чугун. Пока фиолеточки. Еще одна фиолеточка. Угу. Еще чугун. И все по одной. Так, ладно. Еще один чугун. Копье Фавония. Mm. Вау. Mm. 40. У меня копий Фавония. А, понятно. Не, у меня, кстати, их не так много, но уже вроде бы накопилось наконец-то. Кирара! Охренеть. А Дори, у меня все-таки C6, мы выяснили. Божечки, я тогда так тоже горевала, что я тот баннер, то ли я не могла его покрутить, потому что я кого-то ждала после этого баннера, то ли у меня уже была подбита, так что вот сейчас крутану, вот. И будет голда. Я вот теперь завидую даже. У меня Кирара, божечки, я так ее хотела. Я сегодня смотрела аниме. Она у нас кто? Она Дендра Щит, да? Да. Угу, угу. Я вот сегодня смотрела анимешку, и там ГГшке пришла девочка-почтальонша. Похоже? Кошечка в зелененьком и тоже почтальонша, да. Очаровательно. А сколько я уже открутила? 40 или 50? Нет, 50 уже точно было. 60, либо 60-70 уже вообще даже. Ну, в общем, понятно. Вот, Кирару выбил. Слышь? Ризль так себе. Так, пес он в Африке пес. Вот, ну, понятно. Система меня паровозит, как обычно. До победного. Слушай, сначала был чугун, теперь Дори. Угу. Ну, вот сейчас, по-моему, половина от того, что у меня есть, это 80-е. О, спасибо. Или 90-е. Ну, да. Ну, самое страшное, твои ставки. А что, у тебя 50-50, да? Да. Угу. Грамотно. Божечка. Так, если просер, пожалуйста, делюк. Можно? Нет, да? Ладно, будем молчать. Делюка она хочет. Нет. Тебя еще кицин. Тихо. Страшно сейчас было. Ты подумал, что это уже кицин? Я уже пипец, все. C5? Отстань. Моно. А моно у тебя есть? Моно есть, она у меня причем C1. Ну, теперь C2. А, да, надо ее как-то, видимо, включать больше в пачке, потому что она мне нравится, конечно. Джин и Делюку я была бы, конечно, рада больше, но что поделать, ладно, ничего страшного. Удивительно, что не кицин. Тебе сейчас вот моргал и выкуру, пасть порву. Я поэтому не кручу. У нас нет домашнего насилия. Не крутил ни этого самого, ни вот пса. Ну ты ждешь. Потому что архонтку. Я боюсь, один 10. Раз сейчас крутану. 20. Ранних не будет, да?
Слушай, у меня что, с дзинлю у меня про паровозы? У меня ранее это с 30 по 40-ю. Нормально. Нет, спасибо, конечно. Обрати внимание, ни одного тома. Да. Это вообще просто нонсенс. У нас тома как голда. 30. Ну, вот у меня с 30 по 40 обычно выпадают они. Ну, типа... Церемониалки ты насыпал, уже не первый, по-моему, лук. А если не выпали с 30 по 40? Ну, это уже то... все. То, да. Ну, вот и 40. То с 70 до 80 где-то обычно. Опять Дори. Понятно, Дори у нас это, лидер этого самого. Лидер баннера. Дори. Вау. Петушок. О, он у меня собран. Цыпленок. Обалдеть. Мика собран. Да, я размахнулась. Понятно. Что я крутану что-нибудь в оружку. Ну, кстати, на дзенлю-то я оружку выбила. Так и дожала. Она из другой игры. Ну, важно. Не, ну у тебя еще это, 3 недели впереди. Как я на эту... Первый тома. Да. И, о, церемониалка. С очком, правда? И в первый день выбил Фуську. Это последняя десятка. И 3 недели крутил ее пушку. А можно, пожалуйста? Спасибо. Ну, последняя десятка, то как бы это... Угу. Что-то дзенлю мне далась. Что-то 160-180. Что он? 160 у меня был. Система меня снова не щадит. Ну, теперь качать. Ну, это кэшбэком ворушку не будешь один раз давать. Сейчас посмотрю. Так, что у нас там? История. Что мы имеем? 10. 20. 30. 40. Маловато будет. Ну, да. Ну. 40. 18. Итого 20 круток. Ну ладно, давай попробуем. 50-60. И останется максимум десятку дособрать. Ну, за 3 недели я соберу. Ну и там уже будь что будет. Ну, сарушку сложнее, да. Да. Так, ладно. Всех спокойно. Венти, ты тварь! На кого, говоришь, там этот лук? На Эмбер? Еще на кого? Да не, на много кого. И на Диону его одевают, по-моему, и на... Рейзер, нормально. Я увидел его и на Саре, где-то как-то на комп. Да, еще одну десятку давай, и как раз вы вышите себе эту. Волчью погибель. Ты знаешь, я бы даже, наверное, не расстроилась. Ну, зато новый лук. На что он у нас там вообще? Сила атаки. Это новая серия вот этого фонтейнского оружия. Баннерного. Ну да, пока что вот, вот так. Уже одно очко есть. Да, с оружкой, конечно, жестко. Да, давай сделаем. А, нету. А, кэшбэк. Он туда жму. Аж 3. Не туда. Да. Ну, говорят, это один из лучших луков. Поэтому ладно, пусть будет. Конечно, хотела сказать конус Ризли. Ну, все нормально уже. Угу. Конус Ризли. Катал Ризли, мне, конечно, хотелось больше. У него еще такой интересный в виде дрончика какого-то.
Ну ладно. Что у нас с луком-то? Испортила. Восстанова. А тут МС. Ну да, он, конечно, крутой. У меня он тоже есть. Да. Вот все. Будем как-то собирать. Сначала еще все созвездия вон прожать надо. Ой, Рейзера у меня вообще нет, офигеть. Тоже выпал где-то, не пойми где. Чугун собрался в кое-веки. Чисто богатая. Ну, за столько-то лет. 5,5 миллионов. Мора. Подожди, сейчас они все уйдут. Мона, Си-2. Кирару показывай. Самый главный. Вот. Ать. Даже завидно. Хвост. Два хвоста. Она делает... Милота. Ой, Димашечки. В этом текущем ивенте у Дионы столько мяучащих и урчащих звуков. Да. Он очень милый. Угу. Классный ивент. Ты дошла до конца? Третью главу еще не прошла. Сейчас, наверное, пойду проходить. Нет, сейчас мы пойдем в другую игру. А, да, точно. О, божечки, она светится, все ты это видела. Милота. Ну, на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся.